и сказал Господь: Ною, войди ты, и все семейство твое в ковчег. Ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде Сем, и всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и скота нечистого по два, мужского пола и женского. Также из птиц небесных чистых по семи, мужского пола и женского, и всех птиц нечистых по две, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, истреблю все существующее, что я создал с лица земли. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его, с ним в ковчег от вод потопа, из птиц чистых, из птиц нечистых, из котов чистых, из котов нечистых, из зверей, из всех. По земле, по паре мужского пола и женского, пошли к Ною в ковчег, как Господь велел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю,
600-й год жизни нулевой, во второй месяц 17-й день месяца. В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Сей самый день пошел ковчег Ной, и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноева и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери земли, породу их, и всякий скот породу его, и все гады, присмыкающиеся по земле, породу их, и все летающие породу их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре мужского пола и женского, от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною ковчег, мужской и женский пол, всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножалась вода, и подняла ковчег. И он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода по земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. По 15 локтей поднялась над ним вода, и покрылись все высокие горы. Лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге? Вода же усиливалась на земле. Thank you.
60 дней! Остался только Ной. И что было с ним в ковчеге?